Захисту від рейдерів просять співробітники Новопокровського хлібокомбінату на Харківщині. Сьогодні вони зібралися біля свого підприємства на мітинг. Тиждень тому на комбінат з допомогою спецпризначенців завели нового директора. Але працівники з таким рішенням не згодні. З нарушенням всіх законодавчих норм нам привели нового директора, який абсолютно некомпетентен, мабуть, в роботі. Такой, как на нашем предприятии. У нас есть законный директор Богдан Александрович, вот, с которым мы, нам хорошо, легко работается. У нас поднялась заработная плата, у нас предприятие поднимается с колен. Если люди вот так все вышли и говорят, что мы за директора, который вывел предприятие из прорыва, то это залог того, что директор будет работать, никто его не снимет, никакие чиновники не вмешаются и волю коллектива не сломают. А мы здесь поможем, и я завтрашнего дня, сегодня получу обращение трудового коллектива, завтрашнего дня займусь, чтобы справедливость восторжествовала, и человек, которому коллектив доверяет, продолжал им руководить.